have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Привет, привет! Мы вот сейчас буквально с ноги вломились в Murder Mystery. Я абсолютнейшо случайно попал прямо на начало раунда. Кто убийца? Я знаю, кто убийца. Кто? Чувак в таком черном капюшоне, он еще на расском разговаривает. Так, стой. Еще приметы, кроме черного капюшона. У него ужасное лицо, очень черный капюшон. Он прям за тебя! Вижу. Да, чтоб тебя! Да, это я, короче, неудачненько сыграл. Ну-ка, пойдем посмотрим, как там. Что у нас убийца? Что у него с глазами? Что это за скин такой? Лумпу, чувак, успокойся! Полегче! Ты должен смотрю на это лицо. Походу он повидал всякого в жизни. Есть. Чувак справился лучше меня, отлично. То есть мне просто сказали, на ты шериф, и все, короче, играй. 100 экспы. Супер. Отлично. Зупа. Зупа Галь. Итак. Блин, там же карту надо было выбирать. Карта нет, найн, карта. Да пусть они выберут карту. Все равно не успеем. Я хочу студию. А, блин, там уже 5 голосов. Ага, фиг, я получу свою студию. Военная база, крутая карта. Не, согласен. Хорошо, поехали. Я же даже ж не спорю же. Да, чувак на арабском пишет, реально. Лол. Выучи уже английский. Его зовут Лол? Лол. Нет, это бесплатно. Ну, в смысле, выучи английский, но нет, ну я. Надо, конечно, знать английский, но, возможно, он переписывается с кем-то из своих друзей там. Наверное. Я знаю. Да, видишь, еще как минимум парочка. Кто я, кстати, я Сурф, я не заметил. Еще парочка людей, которые отвечают ему. То есть они просто разговаривают друг с другом, все да нормально. Я тоже Сурф. Опа, убийца! Кто? А, мы победили. О, это было очень быстро. Да. Indeed. Фрекс. 25 экспешки. Шериф просто такой сходу. Опа. Ну, что у того чувака с глазами было? Ну, ты же тоже, типа, дожи одел, сейчас себе и все нормально. Мэншн 2. Что-то никто не выбирает карту, так интересно. Ты взял Мэншн? Да, единственный, кто проголосовал, я взял Мэншн. Крутяк. А ведь хорошая карта, если это убийца. Не в этот раз. Это же та же самая карта. Да, ясно, понятно. Мой питомец. Что, тут в телек можно прятаться? Нет, тут в шкаф можно прятаться. Что там, он же убийца? О, у чувака! Блин, мою тень видно, офигеть! Что? Мою тень видно! О, привет. Слушай, это точно не я убийца, потому что ты слышал звуки. Да-да-да. Слышал. Так, надо слушать, с какой стороны идут монетки. Еще это не чувак с сумасшедшим лицом. А, убийца, розовая девушка! Ты шериф? Нет, помогите. А я могу наблюдать, находясь? Нет, не могу. Жалко, я думал, что можно. Ну-ка. Она просто спам кемпит.
без. Что у меня внутри глаз находится, мне интересно. То есть под шляпой живет этот цветок брейнслаг, это понятно. Слушай, это чувак с рожей огромной, он хакер. С рожей? С глазами сумасшедшими. А, серьезно? Да, он хакер. А я видел, как он телепортировался и прошел сквозь стену ради того, чтобы взять пистолет, я тебе говорю. Ах ты хацкер. Эй, почему она быстрее меня? Я видел, как тебя убили. Блин, ну если хакер, то это не очень прикольно. Посмотрим, как оно будет дальше, если он еще будет хакерить для того, чтобы потом убивать людей. Это неприятно. Да, в принципе, уже неприятно то, что он хакерил, чтобы взять пистолет. Да, согласен. Я тут пытаюсь еще монетки таскать при всем при этом. Блин, мне 50 уровень скоро, я хочу 50 уровень. Дайте. Вали от меня, уйди от меня. Фу, кыш, брысь. Ты даже не представляешь, есть еще один кот в лобби. А. Нет, этот город слишком мал для нас. Не должно быть двух котов. Блин, это очень-очень напряжно, свали отсюда. Я последний остался? Давай посмотрим. О, хакер вышел. Я последний или нет? Да, ты последний. Чувак, еще страшнее. Пожалуйста, давай ты не будешь знать все нычки в этой... Все, фух. Да! Я завыживал вас всех! Они пытаются подсказывать. Но они никак не знают, что убийца не знает. Не видит чат. Подсказывать плохо. Вот твари. Сказал человек, который подсказывает всегда, когда мы играем вдвоем. Так. Mansion 2. Mansion или офис? Или... Не, офис. Давай Mansion, хорошо. Офис фиговая карта, я тебе говорю. Короче, пойдем за мной, я тебе секретик покажу. Видишь вот этот вот... Ну, я знаю, мы что-то ходили. Да, тут каждый раз обновляется чувачок. О, а это что-то новенькое. По-моему, каждый раз здесь обновляется чувачок. Ну-ка, отойди на минуточку. Ага, это явно что-то новенькое, прикольно. Раньше такого не было. Мне нравится. А как к нему внутрь? Как это можно было к нему внутрь попасть, или мне кажется? Нет, никогда нельзя было. Может, меня заглючило разочек? Да. Ладно. Да блин! Что, Суров? Этот кот, он меня раздражает. Пошел нафиг, уйди. Какой он кот? Этот кот меня преследует! Кот. Уйди! Кот тебя преследует? Да, меня преследует кот, уйди! Это все потому, что я кот? О, уже тру. Нифига себе. А как? Что? Тебя убили? А как он узнал? Походу, читак. А почему hero? Почему не шериф? Как пистолет... Погоди, почему? Кто-то убил шерифа? Кто? Походу, шериф кого-то убил просто потому, что по случайности, потом этот чувак взял пистолет и навел. Ну хорошо, но это не... То есть он просто угадал, что это я? Может быть. Да лучше не сразу. Перестать. Звучит очень... У него крутая футболка. Подозрительно. Я даже не... Нет, я понимаю, что если бы я засветил нож случайно, я даже нож не вытаскивал ни разу. Я просто сразу побежал к шкафу. Ну, то есть, а вдруг я бежал спрятаться, как вот да обычно... Ты издеваешься. Шанс 20. Почему он постоянно на этой карте? Что это за... О-о-о! Слушай, это... Это человек читак. Да, бекон читак. Он слишком быстро бегает, он все видит, и... Блин, неужели придется сервак менять из-за этого? Да, он убийца! Он выстреливает бесконечное количество ножей! Офигеть! Смотри! Сзади! Чувак, сзади! Да пофиг уже, что сзади! Короче, это читер! Да, перезаходим, хорошо.
Так, ребят, мы перезашли на другой серф, и вот реально тут сидит уже другой чебурек, посмотрите. То есть это вот да, на каждом разном серваке сидит какой-то разный чувак в этом кресле. То ли я раньше этого не замечал, то ли они это недавно сделали. Походу, недавно сделали. Потому что раньше вроде как всегда сидел одинаковый чел с рогами, да, такой, оленина. Вот, а тут они что-то подзаморочились, и прям прикольно стало. Хорошо, давайте подождем нашей очереди, потом включимся. Ладно, ребятки, поехали. Вроде как выбрали карту. Тут у кого-то чанки-пёсель. Слушай, мы, походу, зашли на сервер, где одни девушки. А, и у них одинаковые круглые рты у всех? Да. Это потому, что безвкусица. Это потому, что вкусица, да? Я знаю, куда я залезу. Знай. А вот ты не знаешь. Тут есть бар! Ну, в смысле, это место для кофе, конечно же, но выглядит... Бар. Так, дело в том, что это очень тесная карта, так что я, походу, знаю, кто убийца. Так. А ты знаешь, кто убийца? А, убийца? Да. Ну да, вроде как, наверное, я догадываюсь. Слушай, может, не надо? Ай! Ну я потому что не знал, кто шериф, ладно. Сколько я? Три человека успел зарезать? Два, три? Очень быстро, знаешь. Это было офигеть как неожиданно. Что? То, что ты был убийцей. Я тоже не ожидал, но мне компенсировали за то, что в прошлый раз меня читак спалил, в этот раз мне пришлось немножечко побегать. Нет, ну на этот раз все было честно, окей. Хотя я, конечно, хотел бы убить больше, но реально карта очень тесная, очень открытая. И ну тут можно было просто первого же убить шерифа, если нет, то он тебя убивает. Ну так и случилось. Она на жопе ездит, как кот, что ли, знаешь? Коты, когда вытирают жопу об ковер, они так же выглядят, такие... Че за бред? Реально, мы попали на какой-то сервак девчонок. Да блин! Как так? Ну когда мне дадут уже убийцу? Не ты... надо тебе! Да хотя бы один раз. Зачем? Обойдешься. Так. Кстати, тут АФКшники. Да, вот я в прошлый раз ее убивала на АФКшник. Хм. ХМ. Ладно. Оп! Убийца девушка с цветком! Убийца девушка, это не с цветком, а с белой шляпой, где бабушка? Бабушка с белой шляпой, понял тебя? У нее еще белые такие очечи с сердечком. Очечи, сердечи. Белая шляпа с бабочкой! Да, белая шляпа с бабочкой! Это... О, это АФКшница проснулась. Ты живой? Абсолютно. Понаблюдаю за убийцей. Линоу 2009. В смысле, это серьезно? Человеку 12 лет, который в эту играет? А вы знаете, что это незаконно. Ладно, ладно. Ну, если человек 2009 года рождения, значит, можно сделать вывод, что... Хотя не знаю, что могло случиться у человека в 2009 году, чтобы этот год ему запомнился. Кроме того, что он родился. Я вообще не понимаю людей, которые пишут дату своего рождения. Да, да, согласен. Но, блин. Проще же сказать, что тебе 24, и все нормально. Кот будет жить. Я жил 2021. Чьи-то ноги там валяются через стекло. Слушай, можешь мне говорить, когда она близко ко мне, когда... А я не знаю, где ты! Так посмотри, где я! Что за жопа мира? А ты поближе сделай. А это где вообще? Как туда попасть? Легко и просто. Как забраться в кладовку? Очень просто. Можно попрыгнуть по ящикам. Слушай, можно пролезть по тоннелю. Можно что... поспорить с друзьями. Это только что была девушка-убийца. Я спрятался, она меня не заметила. Нифига себе, я беспалевный. Но к тебе пришли.
Не, она не убийца. Я знаю, она просто пришла посидеть. Уйди, уйди. Она тебя палит. Ножиком машет. Сзади, вон. Давай, 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 беги. Бей ее, давай. Мочи всех остальных. Блин, у меня даже нет максимального количества. Блин, это же убийца-неудачник. Как я так спалился-то тупо? Офигеть, обидно сейчас. Да, она уже два раза прошла мимо меня. Так прямо за ней, за спиной ходят, собирают монетки. Она вообще не вдупляет. А может, она на телефоне? А, кстати, кстати, это был хороший ход. Она ее заметила и спряталась. Это было умно. Хорошо, ладно. Часть твоих слов беру обратно. Она что-то умеет. Серьезно? Ты пряталась в таком заплесневелом месте? Ну как так-то? Я думал, ты знаешь, где можно прятаться хорошо. Че он ее не убил? Нет, я вообще нигде не прятался. Слушай, ты видишь здесь хотя бы одного парня на этом сервере? Мы, например. Давай не пролистаем. Нет, мы попали на сервер девушек. Тут реально одни девушки. Ага. That's my shit. Хорошо, хорошо. Давай тогда с ними скатаем еще одну каточку. Я не против. Очень надеюсь, что я буду убийцей хотя бы один раз в этой серии. Убивцем. Сколько у тебя там? 98% уже, да? Давай посмотрим. Сколько у меня процентов, чтобы достать 1000 рублей. 7%, и я до сих пор не убийца. Слушай, я тебя подозреваю. Уйди, уйди, уйди. Я тебе... Уйди, уйди, мне не надо. Уйди. Слушай, реально, уходи от меня, не надо. Помоги. Нет! Ты не убийца? Дай 5. Так, ладно, теперь... Ты точно не убийца? Кто тебе такое гарантировал? Уйдешь? Уйди, чувак, уйди. Мне... О, ты не убийца, я тебе берем. Так, здесь же... раньше была очень крутая ныка, она есть? Надо же саспенс подержать. Черт! Блин, эту ныку убрали, она была такой крутой. Нет, не ты, хорошо. Кто-то где-то кого-то режет. Слушай, но... девушка с эффектом... От... Вижу! С огнем! Пусть не тупик, пусть не тупик. Это не тупик. Хорошо. Тут есть лифтовая шахта, это я помню. Фух. Но я же наверх... Нет! Я наверх не заберусь, хотела сказать. Надо было, не надо было. Хорошо, за тобой понаблюдаю. Ну вот. Ну вот, враги стреляют по мне. Ладно, кто понял, тот понял. Опа! Такая зашла за угол. Чух, коса пролетела. Вот только меня не найдешь. Она села, чтобы ее голову не было видно. Очень надеюсь, что меня никто не найдет. Смотри, 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 она там ходит, он такой. Найн! Куда ты на стенку лезешь? Слушай, как думаешь, беги! Меня не дойдут? Тебя не дойдут? А где ты? Ты уже обосрался, уже все нормально. Да. Гаси ее! Фу, блин, мимо. Так, этим лучше не играться, то... Как? Тоже... Она телепортнулась через стенку! Прошу, не находите. Она телепортнулась через стенку, это было неправильно. Прошу, просто не находи меня. Ни в коем случае, не надо сколько, меня... Сколько у тебя сверху счетчик уже? Так, 60... Уже 680. Тебе до 900 надо. Нет! Давай. Она идет ко мне! Она идет ко мне! Не надо! Не заходи, может, с какой-то же женщина. Вот тварь, а. Даже с туалета не слез. Ну, зависит. Мог бы побегать. Ладно, ребятушки, в общем, такие у нас сегодня вышли побегушки. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодушек. И всем покеда. Всем покеда.